Миллион рублей и другие призы могут выиграть школьники во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Регистрация на одноименном сайте уже началась и продлится до 23 июня. Одновременно дистанционно идут первые этапы. Очные испытания состоятся с 20 июля по 14 сентября. Пройти в полуфинал смогут ученики с 8 по 10 класс. Финал запланирован на октябрь текущего года. В нем ребята сразятся за главные награды. Ученики 10 классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения. А в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Ученики 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Кроме того, все финалисты конкурса получат путевки в Артек, а 20 лучших школ смогут получить по 2 миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.